По-моему, это реально хардово. Да, черт! Боже! Фак, 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 фак. Так. Всем море приветов, друзья и гости моего канала. Всем богагашечки, Нептун, это я. Проходим дальше. Twisted Reality Remake. Ну, или FFF. Fazbear Family Fun. Это название игрушки, в которую мы будем играть в этой игре. То есть в этой игре есть игра, в которую будем играть. Короче, погнали. Launch. Здесь нужно нажать Enter, чтобы нажимать, чтобы продолжить играть. Ау! Я попкой сел на огонек. В этом мало приятного. Надо будет как-нибудь просто здесь очень долго поиграть. Так. Ну, в той игрушке с тем бегающим движонком. Может быть, там в финале что-то будет? Вставляем картридж и продолжаем играть. Fazbear Family Fun. Замечательные игрушки. Итак, стикер, который я покупал ранее, он у меня остался. Ну что, друзья, давайте сразу будем играть в Twisted Reality. Нам осталось пройти два челленджа здесь. Один из них очень хардовый, а последний без понятия. Он либо может быть проще, а может быть он еще труднее. Так. Load game. Вот. Давайте вот, hardest level. Давайте посмотрим. Насколько он будет трудный, сколько мне нужно будет попыток, чтобы это дело пройти. Так. Бывает довольно быстро, кстати, должен отметить. Так, продолжаем программировать. Пара-па-пара-пам. Танцующий хелпи как отдельный вид искусства. Блин, надо взять у него уроки движений, уроки танцев. Посмотрите, как ловко он двигает попой, руками, ногами, телом. Вау! Ни хрена! Обычно здесь до половины вот за это время доходит, ну, в худшем случае. А у меня только что почти все вышло, нифига. И там уже он Фредди идет. Я его слышу. По-моему, это реально хардово. Да, черт! Боже! Фак, 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 фак. Так. Обычно Фредди, ну, то есть, время после этого стука и до его появления, видимо, сокращено. Я думал, что оно как бы, ну, не меняется, а, видимо, его сократили. Видимо, почаще нужно смотреть назад. Чё-то это как-то хардовенько. Серьезно. Ты расслабился за эти простенькие челленджи? Очень сильно расслабился. Так, вроде был звук Фредди. Или мне показалось? А-а-а, не хватает. Вот сейчас был звук. Вот сейчас точно был звук Фредди. Да почему? Просто пипец, мне дико не хватает времени на программирование. А-а-а. Так, 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 тихо, 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 тихо. А-а-а. Мне не хватает времени. Сейчас там еще гребаный Фредди придет. Давай, давай. Может, он где-нибудь застрянет? Нет, вот он стучит. Гори, Фредди, гори! Гори! Так, да, заводим. Допрограммируем. 55. Мне нужно 75 сделать хотя бы, минимально. Так. Не могу, не хватает, не хватает. Надеюсь, мне засчиталось это за, ну, Spring Bonnie. За то, что я вот на него вышки подержал. Мне показалось, ли там был Фредди? Вот сейчас он был там. А-а-а, столько времени потерял, только зря. Так, тихо. Я вроде бы выровнялся немножко. Мне нужно вот этих подзавести. Большая проблема. Это они. Это они. Не хватает времени. Уже пять. У меня столько часа осталось, понимаете?
Я должен допрограммировать. За час 75 сделать. Так. Хватит с него. Так, там Фредик. Так, потом сразу заводить плюшевых Фредликов. Горячо. Джу, 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 джу. Давай еще, еще 5, и все. И я можно потом забыть про это дело. Все. Так, держим на спрингбоне. Держим, держим, держим. Держим, держим, держим. Да! Бу-га-га! Я прошел трудный челлендж и запрограммировал 75%. Не 100, конечно, но... Как бы попал то, что меня хотели, то я и сделал. Да. Да, это даже, видите, это не влияет на деньги. То есть 75 я делаю, либо 100 я делаю процентов, это никак не влияет. Денег мне дают всегда одно и то же количество. Так, челлендж пройден. Twisted Night. End плюс Black Light. Что это такое? Black Light, типа черный свет. Что-то связано с темнотой. Тут типа темно будет или как? Ну-ка. Ого! А чё все такое необычное? По-моему, такой же челлендж трудный, только... Еще и с изображением какие-то проблемы. А чё все такое, блин, розовое? Ну ладно, давайте проходить челлендж такой же. По сути. Так же быстро убывают эти плюшевые ридлы. Ой, ридлы, ну... Блин, Фредли. Так, также активен Twisted Freddy. Гори, Twisted Freddy. Интересно, Spring Bonnie будет активен? Twisted Spring Bonnie. Ну, посмотрим. Может быть, его не будет? Тогда будет круто. Блин, тут какая-то фигурка появилась. Она была раньше или нет? Монтамити, где знак молнии? За ним какая-то фигурка появилась. Вроде какого-то аниматроника. О, Фредик идет. Вон, видите, черный. Как будто кот какой-то. Или это Спринг Бонни? Слушайте, пока Spring Bonnie Twisted нет. Это хорошо. Уже 30 он набрал процентов. Ну подожди, кто там? Видите, какая-то игрушка черная. По-моему, раньше ее не было. Надо какой-то другой челлендж поставить, посмотреть. Не забыть. Так. Гори, Фредик. Ух, мой офигительный огонь. Причем она стоит как бы поверх монитора, заметили? У нее монитор как бы за голову, за эту черную заходит. А, Spring Bonnie здесь. Он просто, видимо, ну, у него меньше активности. Все, я понял. Да, у него просто меньше в разы активности. Главное из этих посторонних звуков не пропустить Фреддика. Ну, вроде как здесь проще немножко. Фреддики, конечно, быстрее вроде как убывать, чуть-чуть быстрее. А, хотел сказать, что Spring Bonnie реже приходит. Хрен там. Он же вот он идет. А. Так, тихо, тихо, держим, держим, держим. Ну, вроде как-то отделался.
И следом сразу же Фредди идет, конечно. Как же без него-то? Да. Так, ладно. 3 часика. Осталось еще чуть-чуть. Ой, не сглазить бы, друзья. Уже 5, и по монтажу уже давно было можно понять, что у меня все было здесь не очень непросто. И это из всех попыток самое удачное. Дело в том, что смерть — это когда они приходят одновременно. То есть вот когда идет Twisted Spring... Вот сейчас Spring Bunny. А затем еще и Фреддик. Если они придут одновременно, все, это хана. Так, я слышу, там Фредди постучал. Надеюсь, что этого хватило времени. Да! Фу! Боже, фак! Это было непросто, да. Через множество попыток смерти и прочее, я все-таки нашел удачный момент. Реально, здесь проблема в том, что когда идет Spring Bunny, если приходит Фредди, мне нужно все равно в любом случае повернуться назад и его прогнать огнеметом. Но прикол в том, что если я это сделаю, меня обязательно 100% убивают Spring Bunny. Я так и не понял, как это, ну, обходить. То есть, если они придут одновременно, меня либо убьет Spring Bunny, либо Фредди. То есть, если я не повернусь и не прогоню его огнеметом, меня убьет Фредди. Если повернусь, прогоню огнеметом Фредди, повернусь обратно, меня убьет, блин, Spring Bunny, потому что он вообще убивает, он бешеный. Он, да я даже буквально просто отворачиваюсь и обратно возвращаюсь, даже быстро делая это, меня все равно убивает Spring Bunny. Короче. Трофеи? У меня все трофеи, кроме одного. Или тоже трофей? Блин, у меня курсорчик пропал. Алло? Так. Подожди, второй трофей, видите, там перечеркнуто, типа, знак запрета, хотя, скорее всего, он у меня тоже дан. Блин, у меня курсор пропал. А, боже. Так, ладно, я перезапущу игру. Так, все, я перезапустил игру полностью, у меня появился курсорчик, и я все трофеи получил, смотрите. То есть, запустите 25 раз. Лаунч ТР. ТР это что? ТР. 25. Видимо, какой-то монитор или огнемет. Ну, короче, вы поняли, что-то запустить. А, подожди, изображен Twisted Freddy. Да, это, скорее всего, огнемет. То есть я 25 раз запустил мой огнемет. Дальше. Завершите челлендж Risk Free. Я его завершил. Пиромания, Creepy Crawler, Twisted Night и Blacklight мод. Все, я прошел, все трофеи мои. БГГ! То есть я все, блин, офигительно прошел. Вау-вау-вау-вау! Полностью игра покорена Нептуном. Ой, звездочку дали. Смотрите. А, звезда, это круто. Ого! А на звезду-то можно нажать. Охренеть, что это? Какая-то пасхалка? Давайте посмотрим. Или секретка? Attention, all employees of Fred's family dinner. Closing times have been shortened today, for an emergency has happened. Please, punch in and go home. In approximately 30 minutes, all Fazbear and Co. establishments will be closed down for an uncertain amount of time. This is uncertain if some of you will keep your jobs and all. Please understand.
Ну я не совсем понял, о чем там говорилось, не было субтитров. А английский я не очень хорошо знаю. Кто знает, друзья, в комментах можете перевести. Единственное, что я понял, это пиццерия Фазбер закрылась, и всех попросили идти вроде как домой. Да, и все ушли домой. И в конце был такой вот, значит, звук закрывания ворот, что ли. И была дата 2021. То есть, это год, очевидно. Возможно, это такой скрытый анонс этого разработчика его нового проекта, который выйдет, видимо, в 2021 году. Его новая FNAF игра какая-то очень крутая. В общем, будем ждать. Это реально здорово. И, кстати, друзья, что забавно, эта фишка работает, видимо, только один раз. То есть, вот я заново загрузился, я нажимаю на звездочку, ничего не происходит. То есть, это, по ходу дела, реально какая-то пасхалка. Или, возможно, такой скрытый секретный анонс. И он больше не работает, все. Он одноразовый. Офигеть. Так, народ, я предлагаю нам быстренько сыграть игру. Да. Любую из этих. И, собственно, получить 50 очков. У меня будет уже 250. И я куплю тот большой стикер. Поставлю себе прям на лоб. Ну ладно, не на лоб, а... Ну понял, да? 3, 2, 1, поехали! Go! Давай мне сюда 50 моих денег. Быстро. Так, 50 фред монет. И гоу за стикером. Погнали купим его. Я, блин, все тут куплю. Так, выходим из этой игры, выходим из этой игры. Так. Так. Может фигурку? А, можно еще плакат купить. Не, я хочу стикер. Давайте вот мне Твистед Фредди. Е. Так, во, какой у меня стикер, видали? О, о, офигительный, Твистед Фредди стикер. Так, так, вот здесь стоять. Ему на башке что, пасть? Ладненько, друзья, я что-то реально запарился с этими хардкорными челленджами. Действительно, было очень трудно. Особенно тут последний, я проходил его очень много раз попыток и сделал. Поэтому я немножко подустал. Давайте здесь мы остановимся. Я сниму еще одну четвертую серию, и мы непременно откроем все вот эти вот три мини-игры. Поиграем там разные режимы, разные варианты, накопим много денег и вообще купим все здесь, в магазинчике. Поэтому непременно ждите продолжения. Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун, желаю всем добра, позитива и хорошего настроения. Всем пока-пока!